Познавательная викторина состояла из трех туров, в каждом по 10 заданий. В ней приняли участие все школы города с 6 по 8 классы. Ребятам предстояло ответить на вопросы об изобретениях разных эпох и стран мира, показать умение логически мыслить, анализировать исторические факты и работать в команде. Они с интересом искали и практически всегда находили правильные ответы. Но даже если верное решение так и не находилось, они внимательно слушали, где же все-таки спряталась истина, тем самым расширяя свой кругозор. Это весело, интересно. Можно много узнать, с многими людьми познакомиться. Когда я сюда шел, я волновался, потому что нам сказали, что мы будем... Я думал, что мы будем там 6-ми классами, но на самом деле мы были там с 8-ми, 9-ми классами. Вот, и мне было немного страшно. Но когда мы заняли первое место во втором туре, то есть шанс выиграть. А самый интересный вопрос был, что изобрел Эдисон. И я сразу вспомнила, что это была лампочка. Мы же узнаем много чего нового. И, ну, это мы сами можем узнать, но это же... А тут и призы, и команды, и соревнования такие проводятся. Я не зря провел это время и не зря пришел сюда. Интеллектуальная игра шла всего чуть менее часа. В составе жюри были сотрудник реабилитационного центра «Солнышко» Елена Ячменева и представители волонтерского штаба. В ходе нелегкой борьбы самыми эрудированными оказались мальчишки и девчонки из первой школы. Без грамот и дипломов не остался никто из школьников. А за активное участие и смекалку ребята были награждены канцелярскими принадлежностями. Завершилась встреча общим фото на память. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.